Я не здороваюсь с вами. Да, не пишут просто. Да, я не знаю.
берешь жребий. Устал? Нет? Ну давай еще разочек сделай. Что такое ноги? А щитки купить? Нет, а щитки купить? Ноги надо еще купить. Готовы? Приготовили? Стоп. Максик, убери гантели туда. Готов? Вика готова? Михаила готова? Ой. Давай. Ой, Вика, как ты идешь некрасиво. Вика. Готова? Да. Макс, прошу. Посмотри, как ребята стоят, вас что? Не боись. Готовы? Аджиме. Все, кланяйся. Начинаем ворота. Субботам с 10:30
на Ботанике будет проводить там 11 лет, 12, 13, 14, 15 и девочки, и мальчики учебно-тренировочные поединки. То есть ты ходишь туда, приезжают со всей республики. Ты помнишь не институт физкультуры, а на Ботанике мы боролись? Не знаю, где мы помним. На Ботанике зал, помнишь, большой такой зал, и стеклянные эти, вот Макс там боролся, этот Кристиан боролся, тогда Макс с Кристианом за тройку боролись. А, ты боролся, этот Александр Иванович. Когда проиграл потечку? Да. Там 10-30 часов по субботам, 11, 12, 13, 14, 15, 16 лет, значит, будут не сборы, а учебно-тренировочные схватки. У нас раньше центральный стадион, где был, там был зал, и приходили, и как бы близко все. Сейчас на Ботанике. Большой зал. И мы там приходим, там есть девочки и мальчики. И по возрастам просто знакомитесь, и можно будет бороться. Пожалуйста, по 5 складок, по 10, сколько хотите. Кто как готов. И можно приходить туда, бороться под дзюдо. По самбо нет, потому что там федерация дзюдо, это их зал. Значит, под дзюдо. Это будет не с этой субботы, с этой субботы, но я завтра, послезавтра занят, у меня чемпионат республики по вольной борьбе, я видео делаю, фотографии, поэтому я буду занят. Следующая суббота, это у нас первенство республики, а вот следующую субботу, уже тогда, я даже спрошу, вот, и тогда мы уже можем ходить туда бороться. Вот там же пойти. Конечно, я обязательно приду. То есть без меня, как бы, ученики должны быть с учителем. Мы посмотрим первый раз сюда поедем, а второй раз посмотрим, кому где как ближе. Я буду приезжать прямо туда, вы прямо туда, мы встречаемся, я забираю вас там мобильный, чтобы это. И все, и когда тренировка идет, мы там. Тренировка закончилась, значит мы проводили. То есть если человек 4 будет, например, очка, это лет 60, где-то по 15-20 лет собрать, такси и домой. Вот так. Да, Вика, там будут чисто девочки, там можно с девочками побороться, познакомишься, у тебя будет только подруги. Все, девочки, все, до понедельника, вы, баривитерия. Так, здесь Андрюха. Андрюха и Макс, вы должны мне расписаться, я вам еще раз покажу, где, что, когда. Наверное, вот почему, я вчера разговаривал со спортивного лицея, с тренером, и он тоже говорит, вот не знаю, выставляет, не выставляет. Я говорю, давай мы запишем, он тоже 100 килограмм. Я говорю, может они третье место разыграют? Будут там три человека, они разыграют второе, третье место. Первое дадим так, как идти там, кто-то написал из здоровья. Отдадим, а свои места заберем. Ну, я пошутил, конечно. Вот. И мы что сделаем? Посмотрим. Посмотрим, кто будет бороться. Единственное, что, Макс, ты еще не все принес. Да. В следующей неделе мы должны и кимоно, чтобы у нас было. Стартовый взнос был. В пятницу я освободил от урока. А ты борешься, знаешь, когда? Ты борешься в воскресенье. Это Думиник. Он борется. Он. Сыпот, Андрей. У него Андрей взвешивает Вини. Я буду с. Сейчас, папа, слушай. Вини. У Андрюха у тебя Вини. А борешься с Сыпот. Сейчас я тебе все скажу, когда и что. А ты взвешиваешься в субботу, борешься в воскресенье. А если борешься в воскресенье, значит, те, кто в воскресенье, те в понедельник могут в школу не идти. Они в пятницу не пойдут, а вы в понедельник. Кто пойдет еще со мной вешать? Пойдет в искусство, пойдет в сырву, должен Пастухов пойти, должен ты пойти. Кто там у нас еще есть? Алеша вам не звонил? Нет, Алеша не звонил. У тебя есть его телефон? Я так себе на улице не надо, да? Вот.
Ну, есть этот мешок. Конечно, я знаю, где вы встречаетесь. Сказать тебе? Нет. Курил? Нет. И он, они, я вообще не понимаю, они вот эти покупают себе вот эти трубки, и вот так вот держат их. Даже нет этого. Кайфа нет. Трубки электронные сигареты. Или возьмут сигареты, да, и встанут там, вот, за лицеем, там, писают, какают, там, все, они все так. Блин. Хочешь нормально? Пошел в пиццу. Или там, где можно есть пиццу. Взял себе пиццу, с другом, 3-4, где можно покурить. Все, красиво, покурил одну. И хватит. Объясняю. Это портится здоровье. Здоровье сейчас такие деньги стоит. У меня жена только зубы сделала, 50 тысяч было. Это мы целый год копили, чтобы только это самое. А ты представляешь, болезнь какая-то. Знаешь, сколько сейчас денег уходит. Я стараюсь не болеть. Да. А для того, чтобы болеть, я должен курить. То есть 30 лет, 30 лет, 30 лет, через год у меня ноги будут опухать, эти. Все, пацаны, встали. Вы, оказывается, а вы вдвоем ко мне. Нужно рассказать. Так, значит, Макс, тебя... так, я выключу здесь, а то тут все, что я говорю... Все будут знать. Так, завтра